приятно было побывать на линейке, вспомнить свои ощущения, как мы сами стояли. Вот, я, к сожалению, не заканчивал эту школу, я заканчивал 650-ю, учился в спортивном классе. Вот, и было приятно увидеть, как преподаватели, педагоги относятся к ребятам, вот, как понимающие. Сейчас я просто давал напутственные слова 11 классу, ну, немного рассказал о себе, как учились мы, и как все-таки, независимо ни от чего, образование, оно, ну, поможет в жизни. Футбол на время, образование на всю жизнь. И мне кажется, что умный футболист, он и тренеру нужен. Поэтому здесь мы решаем сразу комплекс задач. Ну и ребята, которые занимаются футболом серьезно и мыслят себя профессиональными футболистами, они все-таки для общеобразовательной школы не всегда, беру слово в кавычки, удобные ученики. Мы с пониманием к этому относимся, мы их видим, мы знаем, что они из себя представляют на футбольном поле, поэтому эта школа нужна в том числе для того, чтобы создать оптимальные условия для тренировок и учебы. У нас сейчас 98 учеников. Мы смеялись уже на педсовете с учителями. Мы ждем сотого. То есть родители и дети голосуют ногами в том числе. Если в нас поверят, и у нас будет 100 учеников больше, значит, мы на правильном пути.